Я опоздал. Нет. Спасибо. Ты принес лекарство вовремя. Встанешь? Где Луис? Он дрался за тебя. Пока мог. Идем. Времени мало. Убьем эту гадость. За Луиса. Ада, прием. Паразитов можно извлечь в лаборатории. Я почему-то решил, что ты знаешь, где она. Все самое важное находится в их святилище. Оно на вершине горы. Ищи там. Ха, справочник по имени Ада. Удачи. Сочтемся. Только самое интересное, я не знаю, чем их всех убивать. У нас с вами осталось 28 болтов. Вот и все. Да, всех приветствую, ребят. Всем бонжур. Так, нас всех внезапно посадили под замок. Одного за другим нас уводят в соседнюю комнату. Хорошо. К сожалению, носитель становится настолько глупым, что не годится для выполнения хоть сколько-нибудь сложных задач. Это, конечно, все хорошо, но, как вы сами видите, у меня вообще все по нулям. И что мне делать, я не знаю, как говорится, I don't know. Есть? А то. Давай, давай. Не рискуй. Меньше слов, больше дела. Ну? Замков. Умничка. Только давай да с тобой мы договоримся, если тебя еще раз похитят 25-й раз, я тупо скажу до побачения и пойду домой. Хорошо? Договорились? Как говорится, потом без обид. Потому что реально надоело, да? Привет. Здорово. Я обновил ассортимент, друг. Я так и понял. Так, давайте попробуем продать рубины. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Я тоже могу петь. Так, у кого там кровушка с ушей пошла? Крица, не забудь поставить свой лайкосик. Хотя ж ты меня не слышишь. Ну ладно. Так. Хорошее оружие компенсирует недостаток навыков. Самое интересное, что мы ракетницу не можем, да? Вдруг оно спасет тебе жизнь. Забирай. Да помолчи. Плевое дело. Этот, как его, мы не сможем с вами купить сейчас, я так понимаю, ракетницу. Ракетницу мы не сможем купить. Что мы можем сделать с вами? Боеприпасы. Они че... года или сможем патроны для дробовика, нам нужна синяя штука. Так, материалы, бомс. Этот товар у меня есть не всегда, чужак. Бомс. Ты тот... Хорошо. Блин, можешь продать эту штуку? Потому что она нам уже не нужна. Так, давайте смотреть боеприпасы. Патроны для дробовика. Нужно хотя бы наделать. Ага, все, наделали. Делали, проверяй. Угу, угу. Так там не убейся. Блин, ну ладно. Так, на шестерочку. Можешь продать обычный дробовик, а с этим походить? А давайте, наверное, так и сделать, да. Здорово, я продаю. Давайте этот... Готов купить почти все. Этот продадим, а на том будем ходить. Чужак! О, я щедро заплачу тебе за это. Да, этот мы улучшим лучше с вами, правильно? О, друг, что может быть, друг? Вот, мы да. Начинаем разбираться в твоих вкусах. Попробуй-ка да. Это. Друг. Мы начинаем разбираться в твоих вкусах. Держи. Все, на скорострельность сейчас пойдем.
Попробуй-ка это. Увы, но больше это оружие стоит. Доброго Всё. Пути. Шикарно. Давайте посмотрим. Мы с тобой быстрый слот. Мы с тобой перенесем тебя вот сюда, где ты был. У нас обычный дробовик. И давай смотреть. Во. Перезарядить. Все, перезарядил. 9 штучек есть. Отлично. Все, все равно нам много так оружия и не надо. Правильно. Зачем нам столько много оружия? Все, а тебя переносим вот сюда. А потом, когда у нас появятся деньги, хотя уже игра, я так понимаю, заканчивается, то сможем купить себе... Блин, а я потратил все бабосики, да? Я потратил все бабосики. Или у меня еще остались... 6000. Блин, лучше бы себе ракетницу купил бы, да? Гарантирую, эти деньги отобьются с лихвой. Тартатушечки. Лучше бы, наверное, купил бы себе. Ну да. А что я могу продать еще? Походу ничего, да? Ну только болторез разве что. То есть это... Вы поняли. Разве что только болты могу продать. Больше не меньше. Верно? Ладно, ладно, ладно. Все, 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 идем, идем. Только дай мне, пожалуйста, сохраниться. Не переживай, все хорошо, зайчик. Я ищу этот, как его, сохранялочку. Нам же сюда нужно идти. Да, нам нужно сюда идти, правильно понимаю? Да-да-да, наверх. Окей. Только давай, наверное, мы с тобой возьмем вот так арбалет. И пока походим с арбалетом. Давай смотреть. Угу. Нам нужно вот сюда. И желательно, наверное, спрыгнуть вниз, правильно? Потому что здесь закрыто все будет. Да. Тут не пройти. Да, я так и понял уже. Ладно. Давай попробуем по стелсу. Да. Все, тихо. Донде стала библиотека? Хорошо. Так, а ты куда идешь? Ты сюда идешь, да? Не-не-не-не-не-не. Эшли, ты можешь назад отойти немножко? У нас тут с дядей серьезный разговор. Все, минус еще один. Предлагаю всех так же самое разобрать. И идти дальше, чтобы они здесь кипиш не подняли. Так, только я его не вижу. Где ты? Где ты, чел? Ага, вот ты где. Да, то, что они туповатые, это, конечно, нам на руку. Это нам в плюс. Все? Всех разобрали. Потрошки. Ага. Шикарно. Даже тут 60 штучек есть. Ля. А неплохо, иногда по стелсу ходить, да? Страшно. Ну да, если мы знали, что это такое. Так, мы не знаем, что это такое. Ага. Да-да. Так, куда нам идти? А мы не туда пошли, да, ребят, с вами? Мы это понимаем, мы туда не... А, нет, мы туда пошли. Дополнительное задание будем брать, дополнительная цель. Блин. Ладно, давай попробуем. Давайте попробуем посмотреть, что тут за дополнительная цель. Это кто? Это кто, кого, куда? Все нормально, Эшли. Я рядышком. Ага, нам сюда нужно. А как мы сюда пройдем? А никак. Ну и значит мы идем дальше. Значит, дополнительной цели у нас с вами не будет.
Не поверите, но я реально хочу закончить уже эту игру. Кажется, высказать свое мнение и приступить к следующему какому-нибудь проектику. Какой-то новенькой игрульке. Так, давай тут посмотрим. Здорово. Давайте попробуем тебя с арбалетов. Давайте попробуем с арбалетов всех разобрать. Блин, а неплохая штука. Стоп, стоп, стоп. Да блин. Все, до побачення. Идемте пособираем. Зато сэкономили с вами кучу потрошков, которые нам, по идее, пригодятся. Так, давайте пособираем. Так, что это нам дает? Зачем мы сюда и шли? Наверное, ничего, да? Угу, хорошо. Но хоть нету такого, разгадай загадку. Найди коробочку, вставь кнопочку. И так далее. Так, идемте смотреть. Идемте смотреть, что тут есть. Так, порох и патроны для пистолета. Хорошо, значит, мы с вами сможем сделать еще для дробовика. Бум. Окей, шикарно. Так, а здесь нам нужно рычаг, правильно? Ага, либо Ctrl. Так, шикарно. Давай тут посмотрим, есть что-то. Патроны на ППшку 30 штучек. Неплохо. Угу. И куда нам? И куда нам нужно? Куда-то... Ага, куда-то вот сюда. Понял. Блин, похитили? Малыху похитили. Меня! Да спасаю, погоди. Нет! Твою мать! Погоди. Леон, сюда! Да я тут. Так, я пока не хочу тратить эти потрошки. Давайте пока мы с болтом попробуем. Ага, это свои. Все, нормально ты? Это хорошо, что ты нормально. Так, идем нам сюда. Идем. Да. Давай, нам сюда. Нам сюда и наверх. Ты падла. Ах ты падла, ля какой. Ты цела? Да, в норме. Ого, няма-няма. О, няма-няма. Гребаные миньоны. В порядке? Банана. Так, тут закрыто. Так, а ты можешь не путаться под ножками, пожалуйста? Нам вообще сюда нужно идти?
Таки да, таки сюда. А что это такое? Стрела. Ага, мы стрелу где-то забыли. Так, а ну, подвинься. Стрелу забыли, тут ничего нельзя сделать. Ладно, идем, идем. Идем, малыха. Нам водичку. Но только для водички, наверное, мы возьмем с вами... Давайте пехаль, наверное. Не мешай мне. Ага. Не отходи. Ага. Не отходи. Фу, вонь жуткая. Справляешься? Ага. Приходится привыкать. Да все будет хорошо. Скоро. Скоро мы с тобой выберемся. Так, давай. Нужно одновременно, да. Ага. Еще раз. Серьезно? Так, нужно одновременно. Да, ясно. Все, умничка. Ура! Мы справились. Тихо. Я слышу какие-то звуки. Жди здесь. Ага. Так, давай, зайчик, подожди тут. Что-то тут мне это не нравится, этот храп. Ага. И не зря оно мне не нравилось. И не зря оно мне не нравилось. Так, еще чуть-чуть. Еще чуть-чуть, хорошо. Охуеть. Серьезно? Ах ты живучая мразь, подохни. Ах ты патла. Уи, каждый сам за себя. Падла. Сука. Любитель обнимашек. И не говори. Блин, хорошо, что мы малую запрятали, да? Ты ведь не ранен? Не, нормально. Блин, как чувствовал. Так, можно было, конечно, взять дробовик, но... Ну ладно. Тот рычаг. Ага. Давай, поехали. Все, умничка. В этот раз мы справились немножко получше. Так. Дай мне... Где меня семью? О. Давайте с болтами попробуем. Блин, сейчас очередной квест, да, будет, понимаю? Включи свет, выключи то. Сделай это, уйди туда. Так, что нам нужно? Нам нужно... Света нет. Света нет. Хороша, хороша. Здесь нужно взаимодействовать. Помоги-ка. Сейчас, я вроде научилась. Да, ты умничка. Леонова помощница. Все, молодец. Угу. Ящички, коробочки. Потрошечки. Больше ничего, только мусор, хорошо. Блин, надеюсь, тут не будет этих монстров. Неубиваемых. Я уже скучаю за обычными горожанами этого города. Так, мы точно туда идем? Да, точно. Я сейчас, наверное, включу, да, и на нее кто-то нападет, правильно понимаю? Поезд там,
Почему я не удивлен? Почему я не удивлен? Как пройти к тебе? Да, бегу, бегу, бегу. Эшли, Эшли. Второй тоже? Да. А, няма-няма. Так, это моя няма-няма. Это моя няма-няма, понятно? Все-все-все, отпускай, отпускай. До побачення. Клас. Умничка. Так, ага, опять эти загадки. Блин, как же они меня бесят. Как же они меня бесят, эти загадки. Угу. Так, что мне нужно сделать? Мне нужно соединить все эти три, правильно я понимаю? Ой, нельзя проще было это как-то все сделать. Угу. Ну. Чего оно не хочет срабатывать? Пауэр, пауэр. Вот сюда пошло. Так. Хорошо. Отлично, не хочешь, да, так делать? Но. Но почему нет? Ну вот, ага, нам еще эту верхнюю, да, нужно сделать. Все? Ну-ну-ну, верни, как было. Во, умнички, молодцы. Мы с вами справились. Иди, я тебя поцелую. Так, все, бам-бум-бада-бум. Что у нас по потрошкам? 10 штучек есть, да? Хорошо. Плюс еще, по-моему, 10 штучек у нас есть. Да, шикарно. Нравятся мне вот эти вот жучки. С них много выпадает потрошечков. Так. Привет. Там, в принципе, нету чем себя радовать. Уничтожьте всех крыс. Нету, в принципе, чем радовать. У меня нету денег. Ты мне так мозги запарил, что я вместо того, чтобы купить себе ракетницу, прокачал себе дробовик. Так что я с тобой пока не разговариваю. У нас нету денег, да, 19 тысяч. И продать мы ничего не можем. Все, в следующий раз услышимся. Так, дай угадаю. Сейчас будем взаимодействовать, наверное, с этим краном, правильно я понимаю? Сейчас на нас кто-то будет нападать, а у нас с вами нету ничего. Кроме дробовика. Ну ладно. Леон! Давай, я тебя ловлю. Моя ж ты, зайка. Прям как в бассейн прыгаешь. Бомбочкой. Да, угадал. Сейчас будем. Леон! Взаимодействовать с краном, да? Это лифт? Как бы нам перебраться через стену? Так, ага, и на нас, наверное, сейчас будет кто-то нападать. Кран с шаром? Сейчас, наверное, какой-то здоровый монстр, я уверен. Ага, она будет это делать. Я сейчас. А мы будем отбиваться. А ей бы лишь бы за рычаги подергать.
значит. Не знал про курс вождения. Назад. Ой, началось. Началось. Донде стала библиотека? Так, хорошо, неплохо. Бонжур. Няма-няма. Так. Здорово. А мы не можем как-то быстрее это все делать, не? Кто? Ой, не-не-не. Ой, спасибо. Спасибо, зайчик. Да, ничего, нормально. Да встаю. А ты не хочешь его... краном луснуть, не? Так, хорошо, патрушки закончились. Умничка. А ты не можешь немножечко быстрее это сделать, не? Блин, а все, патрушки закончились. Угу, у нас еще сейчас будет вторая волна, да? Так, только не ударь меня, пожалуйста, шариком. Давай пособираем, мало ли, может, патрушки дадут. Любите получать по полной? Я к вашим услугам. Давай, 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 давай. Донде стала библиотека? Ага, 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 паучки пошли в ход, да? Так, Арчи, я попадать. Черт, 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 побери. Черт, побери. Держись. Держись, зайчик, держись. Прошу, не надо. Ах ты, падла. Да блин. А все, а все, и что делать? Стой, 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 погоди, 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 вот так, да, вот, красавчик. Наконец-то. А ты не могла чуточку быстрее это сделать? Да, я видел. Ага. Да, у тебя талант. Особенно, когда ты меня шаром по голове лузгнула. Так, пошли, давай. Пошли, пошли, пошли. Ага, у нас вообще ноль. Вообще ноль. Одна гранатка. Так, и что нам делать? Ага, вижу. Вижу, что делать нужно будет. Тыркнуть кнопочку. И да, я угадаю, на нас сейчас опять будет кто-то нападать, да? Да не обязательно возле меня бегать, все хорошо. Могла бы и лифта подождать. Я тут немножко подфармливаю.
Блин, столько патронов было, и за один раз только ушло. Это жесть. Все, зашла? Умничка. Знаешь, по-моему, мы классная команда. Пожалуй. Да? Может, я однажды тоже стану агентом, как ты? Что скажешь? Будем вместе защищать Америку от всех угроз. Ну-ну. В любом случае, сначала надо выбраться отсюда. Фу, зануда. Ох, Леон, Леон, башка твоя деревянная. Тут малыха к тебе телеса подкатывает, а ты вот, вот так ее. Так, что у нас тут? Угу. Так, быстрый доступ. Давай вот сюда. Все, шикарно. Идемте, идемте смотреть, что у нас тут нас ждет. Только не говорите, что опять сейчас нужно будет кнопочку какую-то нажать, потому что мы не сможем нажать из-за того, что у нас то электричества нет, тут еще какой-то штуки. Так, ножик, хорошо. Давай, иди сюда. Ой, умничка какая. Идем. Так, кто ты? Хочу подчеркнуть, что при транспортировке янтаря из подземных месторождений необходимо соблюдать предельную осторожность, проявлять уважение и покорность. Ни в коем случае не смейте тревожить покой святой плоти. Ага, это нам намек на то, что сейчас какая-то святая... Святая плоть на нас будет нападать, да? И нам нужно будет аккуратненько пройти. Ага, ага, ага. Ладно, давай смотреть, что нас ждет. Падите ниц. Это наша святая плоть. Промысел Божий, и скоро. Этот щедрый дар обретут все. Лас Плагас. Здравствуйте. Здрасте. Дети мои. Я Осмунд Седлер. Глаз Господа нашего. Да мне похер, кто ты. Согласен. Глупые агнцы, почему вы отвергаете дар? Дитя, отринь свое тело. Подчинись, подчинись глазу Господа. Не-не-не, это моя малыха. Леон, давай. Нет, нет. Жесть. Не протився. Боже, прости этих грешников. Мой верный послушник дарует тебе твое наказание. Дитя мое, не нужно бояться. Отринь свое тело и освободись от страха. Седлер. Мерзавец. Жесть. Ее опять похитили, ребят, понимаете? Ее опять похитили. Блин.
Что делать? Я ей говорил, еще раз тебя похитят, все. Уходим. Так, давайте берем потрошки, и давайте думать, как очередной раз в 735 ее освобождать. Достопочитаемый владыка. Пишу там вам новость. Хорошо. Через несколько дней будет несколько дней. Это все, конечно, классно, но... Ну давайте смотреть, куда нам нужно идти. Ага, нам нужно пройти по этой ямке, да? Чьи ямки, по этому туннелю. Так. А почему оно находится в противоположной стороне? Вот это вот. Дополнительная цель. Ладно. Давайте идем. Идем посмотрим. Напоминаю, 20 патронов всего осталось. Ну, то есть болтов. Так, сколько у вас тут? Трое? Ага, не, чересчур много. Чересчур многовастенько у вас, ребят. Мне нужно поменьше где-то, чтобы у вас было... Здесь не открывается? Открывается. Ага, это назад открывается. Понял, все. Тихо. Пожалуйста, тихонечко. Так, что делать? Так, бонжур. Все. Тихо. Спокойной ночки. Спокойной ночки. Согласно вашему расписанию, мы приступили к работам на территории острова. Мы установили орудия и другие защитные средства, чтобы отразить любое вторжение извне. Когда мы завершили работу, этот остров в огромную крепость. Ага, никто не... Хорошо, перед нашей мощью не устоит. Окей. Бесишь меня, падла. Так, патрошки X5. Гранатка. Порох, да, по-моему? Так, ну гранатки я, наверное, оставлю на больших боссов. Наверное, я ставлю на больших боссов. Куда мне идти? Ага, мне нужно туда пройти, да? Ладно. Все. Тихо. Да каким образом вы меня заметили? Скажи, пожалуйста, каким образом ты меня заметил? Ах ты... Козюля. Как-то ли молотого, да, бросаться вздумал? Ну что, нравится? Нравится? Вот и мне не нравится. Шикарно. Мы сможем купить себе гранатомет наконец-то. Все? Все успокоились. Ой, я лишь испугался. Тыркал F-очку, чтобы позабирать все. Я не увидел, что там ящик есть. Фу, да. Меня уже начинают ящики пугать. Это жесть. Так, побриться. Где тут побриться? Жетонов, куча жетонов. Операция «Хавьер». Даже среди высокопоставленных чиновников США мало кто слышал это название. Понятно, начинается это бла-бла-бла-бла-бла-бла. Причем тут голуби, да?
Ой. Крица, кто понял, тот понял. Боевые гуси. Так. Фотография. Я жду. Жди. Я что я могу сделать? Ты хорош, раз добрался сюда, салага. Я подготовил поле боя. Так, извини, что тебя перебил. Да, пятый этап. Встретить КДВ. Солдат, как мы с тобой. Это место, мы да за сотни лет кровью множество поколений. Идеально подходит. Так, погоди, а у нас же с вами вроде, помните, мы находили прицел. Помните? Вот он. А мы можем его использовать? Так, погоди. Не, я не могу его одеть. Так, осмотреть. На винтовку автоматического оружия. Блин, жалко. Жалко. Ладно, продолжай. Что началось 2 года назад. Все? Ты закончил? Хорошо. Очень интересно, как говорится. Блин, жалко, этот прицел нельзя повесить на арбалет. Было бы прикольно. Можно было коряк, конечно, купить себе, но... Я думаю, это уже ладно, это уже перебор будет. Пушки и игрушки. Здорово. Привет. Что могу предложить? Так, я хочу продать тебе сначала вот такой золотой слиток за 15. Готов купить почти все. Во. Славная сделка. Шикарно. Давай мне. Нет места. Приходи. Нет места. А у меня опять беспорядок тут с вами. Ага. Так, хранилище. Отправить предмет хранилища печатной машинки, да. Давай сюда, давай. Патроны револьвера мне они не надо, у меня револьвера нету. Что это такое? Патроны для дробовика, не-не-не, это моё, зайчик. Это моё. Трогать нельзя. Гранатку вот сюда, спрей вот сюда. Рыбку. Сюда. Все. Все, вроде же должно хватить. И в любой привет. Вроде же должно хватить тебе места, правильно? Да, правильно. Не мне судить, конечно. Ну, не тебе, но да. Но порой воевать куда интереснее, когда все находятся в равных. Добрый привет. Согласен. Я продаю много отличных товаров. Удачи тебе, чужак. Забирай. Спасибо. Приходи в Приду. Приду, не бойся, приду. Быстрый доступ, давай тебе вот сюда. Но никого не смущает, что он с нами торгует, а он кто получается, типа свой среди чужих или чужой среди своих? Никто тебе не задает вопросы, почему ты мне продаешь оружие? Походу нет. Так, пошло сохранение. Сейчас, наверное, будет что-то интересное. Прыгнуть. Побежали. Побежали, побежали. Только давайте посмотрим, что у нас с вами есть. 35. Ага. Хотел перезарядить и нажал а на F. Случайно. О, ты за девчонку переживаешь, что ли? Это в твоем стиле. Здравый смысл не твой конек. Если ты надеешься, что я отпущу тебя живым, ты еще наивнее, чем я думал. Тебе ее не спасти. Тебе никого не спасти. Хватит, Краузер. Кто обзывается, так и называется. Этим безумцем ты никого не вернешь. Нахрен тебе это? Отомстить властям? Парни были бы против. Месть. По-твоему, я сделал все это ради мести? Разве не этого ты хочешь? Нет. Тогда в джунглях я осознал главное. В нашем мире нет ничего важнее, чем абсолютная незамутненная сила.
Лос Иллюминадо сдали мне ее. Ты всегда был говнюком. Но у тебя при этом были долбанные правила. У тебя была честь. А что теперь? Хватит о прошлом. Научим тебя быть мишенью, солдат.